Воздушные шарики. Раньше я с Яка-3 разбирал бронебойными. В решеточку, да, закидывал ему? Сейчас я не выхожу из пики, я не могу понять, в чем проблема. Рояльчики. Точка-то где будет? Бывший мой пол. Не знаю. У них есть лётка? По-любому. Да-да-да. Да, у них всегда было. Покуда едем? Причем неплохая лётка. Я второй улицы иду. На набережную никто не поедет? Давай, поехали на набережную. Может, у них один минус, а? А, нет. Подожди, а с Диманом вижу что-то? Вижу троих, вижу. Ага. У них сейчас прилет, походу, нахуй, и одна пугля. Трое. Советов у них нет совсем. Давай вот отсюда зайдем, Айнур. Ты по самому низу поедешь, что ли? Да. Не, я здесь за домиком спрячусь, если что, посмотрю. Ну давай. Ты как, по пляжу ты ходишь, я не понял? Олег, не, давай, не. Бери крайнего правого. Понял. Я... Четыре летки у них, четыре. Где у них? И да, я беру это крайнего своего рядом. Правого. Парни, к точке сразу не лезем, сейчас занимаем места и стоим. Миха, у нас двое высоко. Я вижу, они еще лезут, но эти идут пацанам нашим в лоб. Один к тебе пошел. Разменялись. Я высоко, Марат. Че, Айнур, тишина там? Крути со второй. По набережной кто-то едет. Одному я кому-то... Вынес, не помню, кто это. Вроде по набережной едет. А другой, по-моему, врезался. Ух ты, блядь. Правый меня забрал. Блядь, еще кто-то едет по набережной. Сука. Блядь, да что ты, сука. Марат, да видишь, он выше, блядь, меня, где я падаю. Он выше. Я кого-то атаку преследую. Давай, преследуй. Один выше тебя, Марат. Так, один за памятником стоит, один на набережной. Все это он забрал. Заебал. Айнур. У меня вода перегревается, нахуй. Где у них? Айнур. Да. Справа, на памятнике, на набережной. Я упаду сейчас, нахуй. Памятник, набережная, танк. Да, бей у меня его. Два танка, я не могу, у меня здесь. Я не могу. Я не его. Тебе, я Мише говорю. Миша. Он падает. По левому крылу остался. Два, вижу танка. Да. Разворачивайся. Евген по пляжу, да, пошел один? Да, пантера вторая. Да, пантера вторая, Хеншель, тигр стоят на пляже. Так, под у меня пантера. Прям под набережной она была. Какой памятник? Марат, справа да тебя. Да ну он один, кто? Ё-моё, ну на, по набережной едешь, там Марат, одна стела большая слева, стоит. Блять, пантера стояла слева. У меня пантера в упор передо мной. Блять, Марат... там не забрал. Наводчик командира пантеры. Отойди, он Дима! Пантеры. Понял, видел. Убрал пантеру. Все. Попробую сейчас на пляже достать. Она где примерно, я не помнишь? Ой, не видишь? А вот ты ее забрал, по-моему. Да. По-моему, она была. Двоих забрал я. Все. Ты, у них лётки нету? Есть, один ушел на аэродром. Да, у них лётка есть одна. Точку забирает. Он критовый. Слева, Дима, слева. Туши, Дима. Внимание на карту. У них танк один. Все, я живой, стою его контролю. Обходите его. Здесь он не пройдет. Обходите дальше, правее. Правее уходи. По этой улице проходите, и вот по этой. И вот, блядь. Я не долечу, я падаю. И вот здесь. В этих двух местах должны быть вы. Здесь он не вылезет. Я уже отремонтировался. А, спасибо танки, большое. Танки слышите? Все, я падаю. Да. Там, его... по-моему, лётка начинает взлетать у них. Все. Точку он видит. Опять меня стрельнул. Как так? Дим! Блять, ну он в меня стрельнул, как? Еду, нахуй, дайте, улица проскочила. Марат, не выходи, пускай он
Пускай он боится тебя. Бей в корпус, Диман. Да ну нахуй, блядь. Он заебал уже, блядь, скакать. Айнур, добей что ты его. Диман, что, в корпус не пробил его? Ботину ему бейте, блядь. У меня перезарядка ебаническая. Порта. Сука. Димыч, ехай на точку. Я точку заберите. Мы прячемся. Вылетел самолет. Но он будет тебя бояться, сто пудов, ты не выходи. Да, 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 Марат. Обманем их. А что обманывать? Они наоборот думают, что нас биты. Ну, написал. Они наоборот. Нет. Нет, он же парашютик не показывает у Марата. Смерть только. Может, он ремонтируется. А может, уже отремонтировал. Да. А у них бирка, да, осталась? Да. Это как, сейчас давай сразу дымчики, это, как захватишь точку, уходи куда-нибудь на набережную, там в воду задница заехать, да. Союзные войска захватили точку. Затарь танк там. Летит. Он что, ко мне летит? Да. Над тобой пролетел, да? Рядом. Что-то пролетело. А, он-то думает, что ты где-то и понимаешь, хитро с другого бока. В лоб не стал к тебе заходить. Думал, с нашего респа зайдет сейчас. На танке. Поэтому летит, он рядом летит. С тобой пролетел. Летит, летит. Где он летит? Ну, он двигатель слышит где-то. Да. Где-то летает. По низам. Он тебя ищет. Марат, сто пудов от тебя ищет. А Марат сел в кустах, сидит, спрятался. Говалю курит, да? Это его там торчит, горит, на заборе висит. Ага, заборчик есть. Из деревьев заборчик. Что? Это называется.